Navien Deluxe 40K, корейская версия, турбированный. Всем привет, меня зовут Дмитрий Пыжьянов, вы находитесь на канале «Грамотный сантехник». Работаю в сфере отопления сантехники уже более 13 лет, также и ремонте котлов. И сегодня у нас на обзоре Navien Deluxe 40K, корейская версия. И для тех, кто не в курсе, я запустил свой обучающий материал по ремонту котлов. Как зарабатывать на котлах до 150 тысяч рублей. Это тот психологический максимум, который я уже преодолевал. Так что, если хотите узнать, как это делать, есть подсказка в видео и ссылочки есть в описании, как зарабатывать на ремонте котлов. Navien Deluxe 40K, корейская версия, турбированный, 40-киловаттный. Еще лайфхак, если что, есть ссылочка в описании на видео про... как сделать из корейского дымохода. Но обычно идет специальный корейский дымоход с вот такой вот вставкой внутри, и он идет на 80, и отдельно идет гофра к нему. Если что, можно переделать на обыкновенный коаксиальный дымоход универсальный, будет все аккуратненько. Так, в общем, именно этот котел, чем мне не нравится, тем, что расположение агрегатов у них осталось по старинке, вот как в старых моделях Navien было. То есть, чтобы в первую очередь летит трехходовой, и трехходовой, чтобы поменять, это прямо надо, ну, заморочиться, снять насос, там несколько деталей, чтобы его оттуда выковырить. Это довольно сложно. В принципе, расположение остального-то нормально. Вот вопрос только с трехходовым и с теплообменником. Остальное все, в принципе, все установлено по старинке. Такая же большая плата стоит. На Deluxe S они уже поменьше стоят. Будь здоров. Будь здоров. Вот. Турбина мощная стоит, как вот на корейских, как на Deo. Она вытаскивается сюда. Производительный довольно теплообменник вторичный. Говорю, еще раз скажу, что здесь один минус, точнее два минуса. Это вторичный теплообменник тяжело достать и трехходовой клапан. А так, в принципе, если вас это не смущает, то можно брать. Насос стоит точно такой же. Прессостат также даже расположен. Все абсолютно то же самое. Даже газовый клапан, он идентичный. Катушка розжига также с электродом ионизации. Все, в принципе, все трубочки, все вот как было на старых Navien'ах с 2010-2008 года, так до сих пор и продолжается. Но котел довольно надежный, и самое главное, у него дешевые запчасти, он неприхотливый. А КПД такое же. Повторюсь, опять же, производительный теплообменник вторичный, 22,9 литра в минуту производит, то это прям хорошо. Но мы запустили, естественно, через электрический бойлер. Подсказка в видео, кстати, есть в правом верхнем углу, есть подсказка. Самый экономичный способ для приготовления горячей воды через газ, то есть через вторичный теплообменник, и пошло в бойлер. Подробнее можете посмотреть, ссылочка будет в описании. В общем, котел нормальный, но со своими старыми минусами, ну и также и плюсами. Котел очень конкурентный сейчас на рынке по цене, потому что он стоит где-то 43-47, может, тысяч рублей крайделов, в зависимости от области, где вы находитесь. Но за такие деньги больше котла никакого не найти, только меньше, если киловатт. Протерн, там, бакси и так далее, они будут гораздо дороже. Ну и по качеству этот котел, скажем так, он чуть выше среднего. Но при этом запчасти, там, допустим, насос можно заменить, он стоит 8 тысяч рублей в розницу. Трехходовой 1004, наверное, будет стоить. В общем, запчасти дешевые, он неприхотливый и очень, ну, в плане цены самый дешевый. Но качество такое, скажем так, среднее. Через 5 лет все равно придется что-то ковырять, что-то делать, но это уже за минимальные деньги. Допустим, насос на Протерм, на Гепард будет стоить 1012-14 тысяч, а тут 1008. То есть в два раза цена колеблется. Естественно, сейчас это все кусается, потому что еще и евро, доллар растет, все это. Поэтому корейские котлы, как Deo, так и Navien, они будут очень-очень конкурентны в последующих годах. Ну а с вами был Дмитрий Пыжьянов. Если видео было для вас полезно, поставьте лайк. Если нет, если что-то вам не понравилось, можете злобный комментарий написать. Также хочу напомнить, я консультирую людей по видеосвязи в WhatsApp. Если у вас есть какой-то вопрос по ремонту, обслуживанию, подбору котлов, также люди задают вопросы, можете написать в WhatsApp, Instagram или на почту. Я вас запишу на консультацию. Как проходит консультация, вы можете в подсказку также в видео посмотреть. И ссылочка есть в описании. Всем огромнейшей удачи! И до встречи.